Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру «Растения против зомби 2». Ну что, у нас ивент с собственной персоны. Эй, тихо, ребята. Успокоились. Так, ну-ка. Блин, тут у нас лепрекончики идут мелкие. Давай, наверное, так вот сделаем. Эй, ну. Ну, хоть что-нибудь-то делайте вы. Да куда ты не того... Так, здесь разбомбили, отлично. Придется тратить деньги, ребята. Придется тратить деньги. Не хотел, но заставили, вынудили меня. Да хорош. Блин, против этих не сработает. Так, надо здесь вот врубать. Здесь надо вот так делать. Пока вот единственное, что я могу придумать, это вот таким вот способом, ребята, отбиваться. Там еще и гаргантюаха идет здоровый. Просто здоровенный. Опять песочный этот штурм. А, и начинает там сжечь. Друзья, он начинает сжечь. Так, ну-ка. Быстро. Ты посмотри, что, а, он не успокоится. Хорошо, допустим, один отлетел. Да хорош там жрать растения мне, а. Срочно, огонь, пли! Так. Друзья, ну вроде бы как справились, да? Вот такое вот начало ивента. Ну что, давай открывать. Тыква. Брокколи. И 1000 монет. Ну что, наверное, надо повторить. Я думаю, никто не будет против. Еще разок. Ну что же, попытка номер два. Слава богу, все у нас прокатило, ничего у меня не вылетело. Реклама просмотрелась. Сразу со шторма начинает, но это уже ни в какие ворота, ребят, не идет. Само собой, здесь надо сразу же их вырубать и ставить наших цитронов. И не только цитронов. Ты будешь там что-нибудь бомбить-то, эй? Роднуля? Так, этого подбили. Пока все хорошо. Давай вот сюда вот поставим. О, что вытворяет. Просто полюбуйся, что делает. Так, друзья, погнали. Пока других вариантов есть. Ну! Пришлось вот так вот сделать. Я не хотел, но они меня вынудили. Опять этот. А здесь-то почему не сработало-то? Эй! Срочно дайте мне подпитку. Так, погоди. Вырубим. Так, на этот раз почему-то у нас идут хуже дела, чем в тот. Смотри, что происходит.
Сейчас едят. Уже съели. Нет, струны очень медлительные. Очень, ребят, медлительные. Пока он там соберет. Пока он там пшикнет. Ну давай, 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 давай уже. Погнали. По-моему, победа. Так, открываем. 5 брокколи. Так, арахис и 1000 монет. Ну, самое главное, что прошли. Ух, как же я давно здесь не был, друзья. Как же я давно не заходил в эту игру, а? Что у нас тут есть? Давай посмотрим. Ага. Забрать все. 3 кристалла и 3000 монет. Ивенты, вот что мне... Нет, не эти ивенты. Подожди, а где у нас тут? Это ежедневки. А где наши ивенты, которые проходят каждый день? Скажи-ка мне на милость. Так, поливаем. Жужу, ты где у меня? Иди сюда, родная. Полей вот этот подсолнух. Так, ну что, тогда давай посмотрим. Что вот это такое? Это что такое, друзья? Я без понятия. Что-то новенькое, какое-то новшество. Интересно. Ну ладно. Странно, конечно, немножко все. Ну, посмотрим, ребят. Возьмем вот эту вот жабу. Взрывной орех хочу взять. Так. Что нам еще может пригодиться? Окей. И возьмем Джека. Так, ну если мы взяли этого, то значит нам нужно с тобой еще и теневуху взять. Хотя я не знаю, что эти зомби делают, ребят. Выглядят как обычные зомбарики, да? Но что-то я сомневаюсь, что это будут обычные зомбарики. Они мне они не внушают доверия почему-то. Так, можем, кстати, прокачать нашу электрическую чернику. Оу, отлично. Ну что, попробуем, ребят, что из этого получится? Блин, могилоедов не взял, могилоедов не взял. Ой, дурилка. Поехали. Так, Джеки, пускай здесь стоят. Прикрываться, естественно, будем взрывным орехом. Давай, все сюда, все здесь нам пригодится. Так, ну-ка. Так, фараоны пошли, да? Так, подбили. Давай сюда, наверное, поставим еще один. И сюда. Все это собираем. Так, ну что у нас еще? Да, в принципе, вот так можно же даже продолжать. Даже схавать некого. Все, что ли? Так, мы прошли. Вот, значит, ого, 50 тыкв. Слушай, а мы сможем пройти сколько? У нас 70. Ну что же, давай следующий уровень. Я так понимаю, что с каждым уровнем будет все сложнее, сложнее и сложнее, да? Окей, давай смотреть. Кто на этот раз? Ну, тут уже ковбои,
Так, возьму, наверное, клевер, который, кстати, тоже можно улучшить, но пока нет возможности. Возьму, наверное, гриб. Вот так сделаем. Нужно ли нам киви, я не знаю пока. Сделаем так. Ну, естественно, взрывной орех. Лазербин возьмем. И... кого бы еще-то взять? Да давай, наверное, вот так вот. Погнали. Сразу наберем энергии. Ага. И явился, не запылился. Опа. Слушай, ребят, потише. Потише, я сказал. Такой смех еще. Вот тебе. Да что ж вы так долго-то перевариваете-то этих зомби? Так, надо прикрывать. Опа. Да шуркались тут шаркуны. Так, давай, лазербины, выходим. Выходим, будем сейчас. Так, куда он там ползет? У вас ничего не получится. Даже не думайте тут что-то сделать. Даже не мечтайте. По-моему, этот этап мы тоже прошли. Да, с солнечной энергией у нас вот вообще нормально все. Зомби-лепрекон. Сразу вспоминается растение против зомби-героя. Помнишь, там есть такой зомби-лепрекон? Оп. Захомячили. Так, 2000 монет получаем за этот проход. А, нет, нет, ничего не получаем. 2000 монет будет вот здесь вот. Так, поехали дальше. Поехали дальше и смотрим, что у нас тут. Танцевальные зомби? Нет? Так, ну здесь явно нужно брать что-то такое. Есть у меня... сейчас, если они мне его дают... и это круто, потому что сейчас мы сможем тогда эти могилы быстренько уничтожить. Просто моментально. Возьму Джека. Возьму, наверное, лазербин. Двойной подсолнух взять или что? Что нам? Нам нужно пробуститься вначале, естественно, да? Бустимся мы. Летающих вроде как нету. Возьму тогда чернику. Так, ну если мы будем буститься, то нам нужно тогда взять вот так вот. Тут эти, да, мелкие есть. Я думаю, должны справиться. Окей. Сразу уничтожаем эти могилы все, чтобы они тут нам не мешали. Будем потихонечку их сейчас уничтожать. Так, внизу пошли. Так, черника уже готова выпустить свой заряд. Накопила она. Блин, вот эти самые
самые такие бесявые, если честно. Да что такое-то? Отталкиваю их всех. Так, это вторая волна бежит, да? Уже вторая. Окей. Так, ускоряемся. Лазербин. Постой пока здесь немножко. Ты посмотри, посмотри, что творит. Смотри, что мелкий творит, а? Вот же жучара. Не выйдет у вас пройти. Блин, гаргантюха ползет. И не одна, и не одна, ребята. Что делаем? Делаем вот это, делаем. Тут даже не обсуждается. Бежит Ханорик. Ну он последний, по-моему, да? Давай. Я уже хотел вот так вот обрадовать гранатом, но он отдуплился. Так, ребят, еще уровень и 2000 монет будет у нас в кармане. А в конце, конечно, награда-то неплохая. 50 тыкв получить. Ну что, здесь придется тоже брать нам разрушителя могил. Так, где он там? Вот он. Бомбы, ну я не буду. Я, наверное, возьму так, так. Ускоряшку. Ускоряшку взяли. Летающих, по-моему, нету. Там этот ковбой, зомби-ковбой, да? Который очень тяжело разбирается, но... Но можно взять чернику, в принципе. И, опять же, Джека. И вот теперь либо рис взять. Наверное, рис я возьму все-таки. Рис, он все-таки их склеивает, они немножко стоят на месте, и после этого он еще и взрывает. То есть, как бы, ну, выгодно, да, брать. Хотя тут еще есть гриб у нас, вот это вот, спора. Или вот этот, тут тоже, кстати, неплохой. Но все-таки, наверное, рис надо брать. Где он у нас? Вот. Поехали. Так, нужны подсолнухи. Ага. Давай, 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 ну-ка. Золотая монетка выпала. Так, давай еще выберем. Наверное, еще одного, да, поставим. Пока не будем. Пока не будем, ну нету в этом надобности. А вот орехи надо ставить. Кто там, где там, что там? Стоп. Давай еще возьмем одну чернику и орех. Солнечная энергия. Так, рис. Ну, в принципе, ребят, все. Что они тут еще могут сделать нам? Гаргантюах только если отправить на меня, и все. Это единственный у них вариант. Ну, а я джеками тут все везде позаставлю. Тут победа безоговорочная у нас получается. Я уже пошел в два ряда орехи делать.
давай сюда влепим. Ну, где вы там? Я их даже не вижу, чтобы они хотя бы до орехов дошли. У них не получается. Че, все что ли? Вон там еще остались, наверху вижу. Вообще легко, ребят, прошли. Ну что, как ты видишь, 2000 монет мы получили. Там еще следующая награда есть. 10 паков. 10 пиньят. Прикинь, получить их. А ну-ка. Блин, куробойщик. Ай-яй-яй, куробойщики. Так, ну что, здесь нам не обойтись без шипов. Ребят, шипы плюс. Вот так сделаем, на всякий случай. Так, против магов. Что бы нам предпринять против магов? Ну, в принципе, можно вот так сделать. Гранат. Опять же рис. Этого возьмем. Блин, да посмотрите, какие тут, ребята, брокколи. А вот это что за растение? Хм. Прикольные. Блин, еще целая куча растений, которые мне нужно открыть, а? Но это и прикольно. Так, ладно, раз, два, три. Что-то еще мне надо взять. Что-то еще мне не хватает для... А, ну, конечно, не ты. Подсолнух. Конечно же, обычный подсолнух тоже же нужен. Возьмем его. И против кур... Электрический горохострел. Вообще будет топово. Поехали. Эти вот могилы здесь не в тему мешаются только, да? Поэтому убираем это все. Угу. Будем бомбить. Так, с вот этого только не надо. Блин, почему у меня такая проблема с этими-то? Да, друзья мои, что-то как-то... Потому что я забыл подсолнухи, а у меня есть, есть. Подсолнухи есть, ладно. Сейчас выровняемся, подожди немножко. Потерпи, так сказать. Топом пусто было. О-о-о-о, наверху, наверху, ребят. Не успели, да, пройти? Нет, не успели. Ну, вот и шикарно. На всякий случай поставим здесь шипы, чтобы они не пробежали. Сейчас мы их тут всех запинаем. А вон и колдун. Нам здесь не жить. Так, подрыв. Подрыв. Давай-ка, наверное, сделаем вот так. И все, что ли? Я думал, будет намного дольше. Так, у нас еще... Я это не забрал. Все. У нас еще три, ребята, три попытки. То есть 30 энергии за каждую попытку отнимается у нас по 10 энергии. Так, а вот здесь уже усложняется. Нам нельзя, чтобы вот эти, видимо, подсолнухи схавали. Скорее всего, так. Здесь есть летающие, поэтому возьмем, наверное, вот так. Плюс взрывной орех у меня есть. Есть тут? Доступен он? Есть. Берем взрывной орех.
Не знаю, нам нужно тут очень быстро как-то ускориться. Поэтому возьмем двойной подсолнух и... пробустится, чтобы, да? Плюс нам нужен будет рис, наверное, вместе... Непонятно, тут будут могилки или не будут эти, которые распространяют. Но мы взяли рис и, наверное, возьмем сумрачную катапульту тогда уж. Так, сумрачная катапульта, ты где? Ты где, катапульта? А, она запрещена. Тогда, наверное, возьмем вот так. Погнали, попробуем. Зачем я взял подсолнух, если здесь подсолнухов целая тьма? Скажи мне вот это вот, на милости, а? Кто там так смеется противно, а? Мелкий лепрекоша, да? Будем пока все здесь контрить. Ага, идут, идут, идут. Орехи выставляем. Что-то тут вообще на изи, да? Так, здесь поставим. Я уже даже не знаю, куда мне счет оставить. Больше некуда. В два рядка, что ли? И все? Ты серьезно? Ну, что-то вообще как-то быстро. Окей. Боюсь, мы с тобой до 10 пиньят не доберемся. Так, а здесь, видимо, мы должны... Ох, ё-моё, тут уже и летуны. Значит так. Спортивный зомби. Вот что с ним делать? Спортивный зомби. Он обычно бежит, да, врезается обо что-нибудь. После этого только останавливается. Так что ли делать? Да, можно, кстати. Можно даже сделать таким вот образом. Так, 2500. Улучшить? Улучшить. Так, Джека возьмем. И последнее, что нам понадобится, это, наверное, подсолнухи опять же. Ну что, попробуем. Жвачка есть, если что, да? Чтобы их... Блин, я орехи не взял. Я орех не взял. Блин, горелый. Чё ты летишь ты сюда? Летит он мне. Блин, горелая бежит. Не добежал. Воу-воу-воу-воу-воу. Ты посмотри, а. Как там нахрумкивают? А, это они жвачку едят. Чтобы выбраться из нее. А мы еще одну подготовим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй.
Да, зомби бегающие, это, конечно, вообще не айс. Так, погнали. Ты вляпался, да? Вляпался? Будешь знать, как моих растений обижать. Сейчас тут все позаставлю. По-моему, ребята, это последний зомби. Он там, он наверху ползает. И мы... Нет, 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 не последний. Есть желающие еще? Ну-ка. Все, прошли. Ну что, ребят, последняя попытка у нас. Последняя попыточка остается. Ну и, естественно, с удовольствием попробую ее пройти. Сейчас покажу нам, какие зомби. Кстати, это заметь, вот они... Ух ты. Они изначально показывают на зомби, вот все типа, да? А на самом деле это еще не все. Там у него еще в закромах есть... Так, тут танцующие с курами. Так, возьмем электрических. Наверное, да? Электрических. Так, тут еще эти. Плюс бегуны, опять же, твою налево. Как бегунов будем останавливать на этот раз? М? Взрывным орехом? Даже пока ума не приложу. Можно, в принципе, взять вот так, через теневуху его пустить. А теневое нам доступно? Доступно. Ну что, поехали? Подожди, я не то взял, ё-моё. Сейчас бы пошел бы. Вот. Давай-давай-давай-давай, бомбим, ребята, бомбим. Так, тут здесь будет три волны, получается, да? Блин, а там наверху курабойщик бежит. Вот так вот сделаем. Орех сюда. Хорошо сработало. Так, ну-ка. Да блин, да что ж ты делаешь-то? Посмотри, посмотри, что делает. Нате вам. Сюда поставим еще, да? Одно, на всякий случай, пускай стоит. Каши не просит, да? Поэтому. Так, это у нас там с этим, с хорьками уже. А ну-ка вот так вот. На. Получи и распишись. Этот хавает уже орех тут, смотри, наяривает. Больше электричества. Ё-моё, там армада просто на нас надвигается. Тихо. Зомби в свитерах. Не-не-не-не-не, даже не думай.
сюда поставим и вот так. Что-то как-то жестко. Ну, по-моему, все, ребят. Последний зомби. И мы... Да, мы проходим этот 8-й уровень. Жалко, нам чуть-чуть не хватает энергии. Но тут, смотри, она копится потихоньку. А что такое event меню? Угу. Тут мы с тобой можем получить 10 пиньят, а потом... А сколько он будет длиться? Удачные зомби. Не знаю, сколько оно будет длиться по времени. А, вот, наверное, скорее всего, 4 дня еще. Слушай, ну я, наверное, пройду за 4 дня. Ты пиши, будем снимать дальше игру «Растение против зомби 2» или нет? А мне почему-то кажется, вы не будете против. Потому что раньше мы ее снимали. Так, Жужу, а почему ты... А, ты опалил, да? Все. Давай здесь. Так, ну и, наверное... А зачем ты меня сюда перекинул, я не пойму. Тут вроде бы ничего нет больше. Так, это у нас новости. Обновление было 8 февраля, да, я понимаю так. Так, у нас арена. А что у нас на арене вообще происходит? Опять я слетел в кирпичную лигу. Ох ты. Ух ты. Я думаю, что в следующей серии можно, в принципе, поиграть. У нас перчаток 24 штуки. Можно порубиться. Если ты за, то поддержи меня в комментариях. На Пенни пурсует, что у нас там есть. Давай посмотрим. Тоже задание. Отлично. Тоже можно будет попроходить. Но, в принципе, нормально, ребят. Вот здесь вот только вот. Ага, 50. Ух ты. То есть, возможность получить брокколи вот это вот. Давай поиграем. Хочу проверить. А в следующей серии тогда, наверное, Пенни пурсует и арена. Ну, если вы, конечно, захотите. Нифига себе, он такой здоровый. Сейчас посмотрим. Мне кажется, ближний бой. Потому что он, как, знаешь, как будто с перчатками такой стоит. Сейчас посмотрим, что он из себя представляет. А может быть, он просто сдерживает их, как щитовик? Сейчас глянем. Я тебе сразу скажу, стоящий он или нет. О! Хо-хо! То есть он замахивается и... Он не наносит урон, но я так понимаю, он глушит. Глушит зомби, ну, станет их. Но, правда, долгая перезарядка. Долгая, друзья мои, перезарядка, но он станет их. То есть зомби ничего не смогут сделать. Ну, в принципе, понятно. А урон тоже не очень-то большой, да, они наносят, я так понимаю. Хотелось бы, конечно, чтобы побольше все это было. Ну-ка, давай так вот сделаем. Сюда поставим. И вот так еще. Да, кстати, вот хорошо, что они когда станут, вот эти вот наши драконы их в этот момент поджаривают. Если из такого расчета брать, то очень даже неплохо. Ну, в общем, сейчас будет последняя волна, и я думаю, мы ее пройдем. Без особых каких-то проблем. Вон они бегут. Бегут. Орлики. Так, ну вот это вот с железными, конечно... Кастрюлями на голове мне не особо нравится, ребята. Внизу уже хавают. Пытаются схавать, но видишь, у них что-то там пока ничего не получается. Ну, капусточки, ну.
Я. Слушай, ну он такой еще довольно крепкий, я смотрю, брокколи. Ее не так просто схавать. Хорошо, первый этап прошли. Почти 2000 монет заработали. Так, двигаемся дальше. Естественно, с каждым разом все сложнее и сложнее и сложнее будет. Так что смотрим. Так, ну здесь уже гаргантюахи, причем здоровые. Ух. Так, а что у нас тут? Бонгчой. А зачем шипастую лужайку дали? Интересно. Слушай, у них неплохой уровень захвата. Куда ты там? Похищает он же этот... Фараон прибыл сюда. Я тебя сейчас стырю. Так, я вот так вот шипы здесь поставлю, пускай они там... Какие жуки. Все хотят у меня энергию... стырить. Так, мне нужны одуванчики. Блин, они так дорого стоят. Больше грибов, что ли, ставить надо? А что он делает под этой? Ну-ка. Ох, ничего. Ребята, он действительно он с щитами с такими. Ветерок подул. Такой прикольный. Знаешь, как будто две крышки от этого взял. Как они называются-то? От мусорных бачков. Мусорные бачки. И прикрывается ими. Не, ну прикольно, че? Давай. На-на-на-на-на. Так, дуванчики. Не спим. Так, ну слушай, а тут еще будет. Еще будет не одна волна, я тебе скажу. Я вот тут лужаек везде этих шипастых поставлю, чтобы они здоровье свое, так сказать, тратили. Ну-ка, дай-ка я на одуванчик. Сейчас разбросает своих этих парашютистов мелких. Угу. Да мне кажется, у них шансов здесь нету. Шипастые лужайки. Они даже, блин, тот стоит на месте и видишь, что делает. Расплевывает везде свои эти... Давай сюда поставим его. Шипастые лужайки. Туда влепим. Оу-оу-оу-оу-оу-оу, тихо. Прилетели они. На большом вертолете, да? А сейчас гаргантюахи пойдут, об этом тоже не забываем. Фига он встанет, где он там шел? Ну-ка. Ну что, неплохо, я тебе скажу, очень даже неплохо. Все у нас нормально получилось, мы прошли этот этап. Ну прикольные эти брокколи, щиты такие еще надели на себя. То есть он действительно, как получается, страж. Окей, третий этап. Что у нас там на третьем этапе? Ага,
Сам выбираю. А тут выбор-то невелик. Так, так и вот так. Орехи. Плюс тут гарантюа. Наверное, тут надо брать... Ага, мне не дают сдувать их. Прикинь. Сдувать я их не могу. С лопатой. Значит, это нужно сверху, чтобы что-то его бомбило. А что у нас сверху? Ну, вот это вот есть. Да, проблема. Может, банану взять? Банана! Банана. Даже не знаю, ребят. Просто не знаю. Хо-хо-хо-хо-хо. Так, это же мята у нас, да? Мята. Это мята как раз для стражей, получается. Сейчас посмотрим, что у нас тут из этого получится. Там этот палатку свою, что ли, собирается? Ну-ка. Ага. Блин, сейчас... Да ты посмотри, что он творит, а? Твою дивизию, блин. Он закрылся там, прикрыл. Встанем. Вот так вот. Что-то как-то напряжно. Напряженка какая-то чувствуется, ребята. Эх, гаргантюаха идет, да? Блин, мне нужна вот эта вот штука. Оу. Ну. Е. По-моему, все, выиграли. Да, если бы не вот эта мята, я сомневаюсь, чтобы мы тут выиграли. Они бы нас тут просто раздавили бы. Так, ну что, это был третий, да, у нас? Поехали на четвертый. На четвертый этап. Это предпоследний у нас получается. Блин, тут доисторический зомби, этот еще читер. Чего? Одну брокколи только дали. И что? Молодцы. Они мне дали только одну брокколи. Как хочешь, так и... Так и воюй. М-да. Что я тут могу сделать-то, а? Чего тут сделать? Там еще, видишь, летающий есть. А сдуть я его не могу. А ведь он будет лететь, лететь, лететь. И карп лешивый, ну и... Вообще никаких мыслей нет, друзья, вообще не знаю. Может быть, нам лучше гриб взять? Нет, гриб долго, да? Или норм? Может, этого взять?
Тут еще этот читер. Нет у меня, ребята, идей. Рис мне не дают. Лазербин, ну, он слабенький будет. Бонгчой, наверное, возьмем. Бонгчой мы будем ставить только если сзади вот. Ты понимаешь, да, что я хочу сделать? Вот я не знаю, вот он, вот смотри, проверим сейчас. Блин, он что, тупо пролетит, что ли? Нет. Не пролетает он, ребята, он не пролетает. Ну, это хорошо, совсем другое дело. Видите, такой звук, что... Шипу надал. Дал парнишка шипуна. Фига, они бомбят очень даже неплохо, я тебе скажу. Так, курабойщики. Вот их-то тут только и не хватало нам. Понял? Все-таки эти охламоны могут сбивать. Эти охламоны могут сбивать даже, ребята, защитников. Я сделаю две линии обороны. На всякий случай, мало ли там что пойдет не так. Я думаю, лишним... Блин. Ух, сколько вас там летит, а? Давай сделаем вот так вот. Здесь отбились. А вон там и Гаргантюаха прет. Да ладно, еще и не забомбили, прикинь. Давай, родные мои, бомбим. Это последний, да, зомби? Да, это последний зомбари. Есть. Ну что, и здесь тоже мы прошли. Остается у нас последний всего лишь этап. Думаю, нам без особых там проблем он дастся пройтись. Так что поехали. Давай, показывай. Блин, водяные, водные зомби. Ох. Рыбачки тут. Тут еще и рыбачки. Ну что, я не знаю, давай крокодильчика, наверное, возьмем. Блин, а что у нас против рыбаков очень хорошо действует? Не знаешь? И я вот не знаю. Я серьезно говорю, я не знаю, что у нас против рыбаков может хорошо действовать.
Подсолнухи нужны, наверное, будут, да? Или вот так вот сделать лучше? Но без подсолнухов здесь тоже делать нечего. Поехали. Страж стражем, но... Посмотрим сейчас. Кувшинки на всякий случай все равно надо, ребята, ставить. Блин, только на воде ставится. А, вышли, явились, не запылились. И потянул, потянул. А, он не может сдвинуть его? Или мне показалось? Нет, вот этого он сможет тянуть, смотри. А этого нет. Ну, коли так, тогда нормально все, ребят. Сейчас, правда, наверное, будет... А, это уровень воды, и все, он выше не поднимется, друзья. Куда ты потащил? Замер. Это вынужденная мера. Так они все идут, 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 идут. Подсолнухи. Все-таки сейчас утащит. Блин, еще один появился. Но он не может, друзья мои, утащить моего стражника. То есть это круто. Бэмс. Так, это только была первая волна, блин. Сейчас вторая, друзья мои, пойдет. Вторая волна. Так, надо вот сюда, наверное, поставить брокколи, чтобы не утащили. Допустим. Вот эти вот, кстати, очень противные. Идут, 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 идут. Твою налево. Давай, 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 бомби, бомби. Он же еще станет их, да, вроде бы немножко, если попадает по ним. Ну, да. Ну нафига ты сюда свою кикимор своих этих запускает ко мне, прикинь? Сейчас, погоди, что-нибудь придумаем. Давай сюда, наверное, так сделаем. Так, следующая волна бежит. Не буду я тратить, наверное, на наши. Пускай так стоят. Ну и что-то вылез-то. Вот так вот. Стоит она, ловится. До этого-то подбейте, который там на лодке он. Не на лодке, а на этом. На доске, да? Серфири, зомби-серфер.
Ну что, наверное, можно сделать вот так вот. Эй, видишь, что тут? Идет. Идет пришлый. На, остановили. Застанили мы их. Ну что, можно еще, наверное, сделать? Пока не буду. Подождем, еще терпимо. Не, ну то, что зомби не может их вытянуть в воду. Вот этих наших стражей, это круто. Это вот прям вообще замечательно. Тыч. Так, кто-то там еще. А, это он идет. Давай, 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 давай его. Бомби, бомби. Утонуло, да, мое растение. Я еще поставлю. Он опять утащил, а? А что музыка так ускоряется? Ну-ка, давай. Чтобы им всем было пусто. Сюда еще крокодильчик поставим. Это, наверное, последний зомби. Вон он, последний. Сейчас опять опять утащит под воду, ты посмотри. Все. По-моему, прошли. Да, друзья, прошли. Ну, событие такое довольно легкое на самом деле. Но самое главное, что мы, наверное, получим все-таки награду 50. Я надеюсь на это. 50 брокколи. Ну-ка. Да. Итого у меня 70. Так, тут еще пиньетушка есть. 80 кристаллов. Круто. Ну что, друзья, на этой ноте, пожалуй, я сегодня буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!